Привет, моя задача тебе рассказать, в чем суть этого дела. Потому что, может, по телефону пообщались с тобой кто-то, может, тебя просто пригласил в виде письма, и ты не знаешь, что делать. Итак, рассказываю, в чем же суть этого бизнеса, куда мы тебя позвали. Есть интернет-магазин, в котором продаются товары повседневного спроса. Ты в любом случае пользуешься этой продукцией. Ты каждый день моешь голову, чистишь зубы, ходишь, а в аптеку покупаешь, может быть, витамины детям, себе и так далее. В магазине 2000 наименований продукции. Поэтому уж для себя декоративную косметику либо уходовую косметику ты можешь выбрать, подобрать. Второй момент. Этот магазин работает не только по всей России, но и по всему миру. По России 5000 пунктов выдачи товара. У самого магазина, сам магазин является производителем этой продукции. 5 заводов по всему миру, 50 арендованных линий и 2 научно-исследовательских института кожи. Один находится в Стокгольме, другой находится в Дублине. Итак, когда мы меняем один магазин на другой, интернет-магазин, какие мы получаем преимущества? Во-первых, мы не переплачиваем деньги посредникам. Во-вторых, мы не отдаем зарплату директору, охраннику магазина, продавцам, кассирам и так далее. То есть мы значительно экономим. Плюс этот магазин тебе дает скидку 20% при покупке любой продукции. Наша задача, если мы являемся просто потребителями, мы экономим, мы пользуемся оригинальной продукцией, поскольку у компании свои собственные заводы, и также мы можем зарабатывать. Поскольку компания не тратит деньги на содержание аренды, там, помещения, на содержание офисов, зарплаты и так далее, она значительную часть денег экономит, которую потом возвращает. Наша задача создать просто товарооборот, чтобы получить эти деньги. Примерно 10% с товарооборота компания тебе возвращает. Наша задача наполнить этот магазин такими же покупателями, как я и как ты. Образно говоря, если тебе нужно 30 тысяч доход, ну, допустим, это средняя зарплата по Уфе, даже я бы сказала, это хорошая зарплата по Уфе и вообще, в принципе, по России считается, нужно создать товарооборот приблизительно в 300 тысяч рублей. 250-300 тысяч рублей. Понятно, что ты одна не сможешь покупать продукцию на эту сумму. Нужно, чтобы было где-то 150 человек-покупателей, потому что средний чек в нашем магазине, вот я этим занимаюсь 3 года, и средний чек в нашем магазине 1500 рублей. Кто-то себе покупает здесь на 200 рублей шампунь, кто-то зайдет за 100 рублей пасту купит, кто-то возьмет себе витамины, которые стоят 1500, кто-то на всю семью берет коктейли и так далее. Неважно, какие покупки, в среднем сумма покупок 1500 рублей. Это нужно всего 150 человек, чтобы тебе выйти на доход в 30 тысяч рублей. Плюс, выйдя на доход в 30 тысяч рублей, ты закрываешь звание директор, а здесь ты получаешь премию в 1000 долларов. Видно? $1000. 2 года назад, когда я закрыла звание директора, я получила 35 тысяч рублей. Подруга у меня закрыла в декабре 2015 года, она получила 67 тысяч рублей. Все по курсу доллара на сегодняшний день в рублях. Плюс ты участвуешь в автопрограмме. Шкода Рапид, автомобиль выдается. И плюс ты едешь на банкет в Москву. Банкет директоров. Но самое главное, ты выходишь на свой стабильный доход в 30 тысяч. Задача. Какая задача? Как сделать вот этот товарооборот? Как найти эти 150 человек? Вот смотри, я покажу тебе свои распечатки, и ты сделаешь выводы, стоит этим заниматься или не стоит. Я получила свой номер, получила свою дисконтную карту. Наверняка у тебя есть дисконтная карта какого-нибудь магазина, либо какой-то аптеки. Ты имеешь скидку либо 10, либо 20%. Ты получаешь карточку и пользуешься 20% скидкой своего магазина. Вот я, например, сделала заказ на 150 баллов. 1 балл здесь равен 35 рублей. Почему 35 рублей и почему баллы? Потому что компания работает в 63 странах. Это означает, что один и тот же шампунь, например, он 6 баллов везде по миру. А валюта, соответственно, разная. Вот я сделала заказ на 150 баллов, и компания мне вернула 100 рублей. Сумма покупок небольшая, я одна просто покупатель. Через какое-то время я пригласила, то есть вот это вот я была покупателем этого магазина, я пригласила 2 людей, которые тоже стали покупать в этом магазине. У всех у нас скидка 20%, мы все равны. Эти люди
вот этот человек пригласил еще одного человека, я его не знаю, но это все твоя организация, он тоже здесь покупает себе. В итоге сумма покупок составила уже 13 тысяч рублей. Я получила деньги 800 рублей. В принципе, деньги небольшие, но они выплатились. Дальше посмотри, уже покупателей порядка 20 человек. Кого-то я лично пригласила, кого-то они пригласили, неважно. Главное, что не я продаю, и они не у меня покупают. Они покупают в своем интернет-магазине. Каждому дается свой номер и свой пароль. Ты заходишь, находясь в любой точке России, и делаешь заказ. И неважно, где ты находишься, на севере, на юге, в центре страны. Главное, что ты совершаешь покупки в общем, образно говоря, магазине. Кто-то ничего не купил, кто-то купил себе на 200 рублей, кто-то на 38 рублей, кто-то на 7 тысяч, кто-то на 2 тысячи. Но сумма покупок составила 42 тысячи рублей. И компания уже вернула 4 700. Деньги, в принципе, деньги. Я понимаю, что вся косметика, витамины, коктейли, которыми я здесь пользуюсь, они мне уже получаются бесплатно. По большому счету мы меняем один магазин на другой, потому что в среднем ты уносишь в год 20, 30, 70 тысяч рублей, оставляешь в магазине на ту же мыльно-ванную продукцию, либо на те БАДы, либо на интенсивный уход за лицом. И тебе ни один магазин не может возвратить сумму. Здесь хотя бы есть возможность покупок плюс возврата денег с этих покупок. Дальше больше. Проходит год. И вот она, директорская организация. Это 150 как раз человек, которые я указала. Это сумма покупок 200 с лишним тысяч рублей. Это возврат на счет 30 тысяч. Причем из этих 80 человек я лично пригласила раз однерка, 2 однерка, 3. То есть, чтобы построить организацию в 150 человек, не обязательно за каждым бегать. Достаточно найти 3 активных человека, которые поймут эту идею, и с ними качественно проработать. Не нужно здесь вкладывать 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Ты просто меняешь свой обычный магазин на свой интернет-магазин. И дальше, если ты хочешь просто быть потребителям, ты просто покупаешь так же, но ты покупаешь качественную продукцию. Если ты хочешь зарабатывать, нужно нам с тобой вместе создать товарооборот. Как мы работаем? Вот это, например, ты пришла сюда. Пришла, я тебя оформила. Дальше человека, которого я пригласила, я оформляю не под себя, а я его отдаю тебе, этого человечка. И таким образом под тебя подписываем Таню, под Таню подписываем Свету, ты пригласила Катю, под Свету Катю и так далее. Мы строим тебе одну веточку, чтобы тебе быстрее создать твой товарооборот. Нужно просто эту идею понять, нужно просто ее принять и поверить в то, что здесь продукт качественный. Сейчас появилась серия Novage. Серия Novage. Это 3 линии по уходу за лицом. Это запатентованная система, запатентованный комплекс, это сама запатентованная технология. Поэтому то, что здесь сейчас производится и изобретается, это имеет высокие технологии и очень высокое качество. Поэтому просто пользуясь, моясь, там, пьешь витамины и на этом зарабатываешь. В чем же суть дальше? Если я тебя научу зарабатывать 30 тысяч рублей, в чем суть? Вот когда я стала директором, мне этого было мало. Но и любому человеку 30 тысяч будет в любом случае мало. 30 тысяч ты можешь заработать хоть где. Хоть там, где ты работаешь, либо там в 2 раза больше. В чем же здесь суть? Суть в том, что мы должны вырастить вот таких директоров. И чем больше мы их вырастим, тем лучше. С каждого вот такого директора, который зарабатывает свою 30-ку, который получает премию 1000 долларов, у которого есть автомобиль, вот с каждого такого директора, с его товарооборота, ты пожизненно будешь получать 5%. То есть сейчас у меня появилась подруга, я с ее товарооборота получаю 5%. Причем у нее есть свои директора, с которых она получает по 5%. А с директоров второго уровня ты будешь получать 2%. То есть, к примеру, когда ты выходишь на товарооборот 200 тысяч, твой вышестоящий спонсор получает 10-ку. Ты растешь. Вот как, например, я росла. Через год у меня товарооборот 500 000. Мне компания за 3 недели переводит 550 тысяч. Я довольна, я счастлива. А спонсор
который со мной когда-то полгода поработал, получает уже 25 тысяч. Сейчас мой спонсор со мной 2 года не работает. И посчитай, сколько получает с моего товарооборота, порядка 1 000 000 рублей. Поэтому наша задача не просто создать товарооборот. Наша задача научить людей, и дальше они будут обучать других, а ты будешь уже пожизненно зарабатывать свои заслуженные деньги. Это можно сравнить с учителем в школе, который вырастил золотого медалиста, вложил в него душу, время, знания, отправил его, что называется, на работу. Из золотого медалиста никогда учителя не получают даже 1 рубля с их зарплаты. Здесь мы выращиваем такого медалиста, самостоятельного человека, который научился зарабатывать, строить свою организацию, работать с людьми, отпускаем его, он дальше развивается, и вы пожизненно получаете с него 5%. Понятно? То есть уровень золотого директора – это 2 человека. Вы получаете премию $2000, ваш доход от 70 тысяч рублей. 4 человека, ваш доход от 150, премия $4000. 6 человек, вы бриллиантовый директор, ваш доход от 200 тысяч рублей, премия $6000. Volvo S60 автомобиль, две поездки в году, в сентябре и в январе. Здесь, когда ты двоих вырастешь, ты будешь ездить раз в год от компании. Вот, собственно говоря, вот такая идея. С чем мы можем сравнить? Кто такой директор? Директора мы можем вырастить за полгода. То есть полгода сейчас мы можем с тобой плотно поработать, найти человека, которому нужны деньги, и работать, развивая, приглашая людей. Значит, появился у тебя такой человечек, который зарабатывает свою 30-ку, а ты с его организацией будешь зарабатывать 15 тысяч. Это все равно, что ты купила квартиру однокомнатную и сдаешь ее за 15 тысяч. Что сейчас проще сделать в течение полугода? Купить квартиру однокомнатную, ну вот в Уфе средняя стоимость квартиры 2,5-3 миллиона. Либо все-таки полгода плотно поработать, вырастить директора и получать уже эти 15 тысяч. Я предлагаю в этом деле разобраться, посмотреть видеоролики, которые у нас есть. Обязательно заходи на те вебинары, которые мы проводим в 8 и 9 часов вечера, и будь на наших планерках. Хорошо?